Компания Евросемена предлагает сорт кровохлебки «Малая». Это многолетнее травянистое растение, высотой достигает от 40 до 60 сантиметров. Листья перистые у него и длиной достигают 20 сантиметров. Свежие листья имеют огуречно-ореховый вкус, такой очень интересный. Они используются в салатах, супах и для приготовления холодных напитков. Кровохлебка лучше переносит сухую почву, чем слишком влажную. Семена сеют на открытых участках, в лунке или редки на глубину от полусантиметра до сантиметра и слегка присыпают легкой торфяной крошкой после полива. Лучше развивается на рыхлых и богатых гумусом почвах этот сорт. Номер партии 2938, вес 0,1 грамм. Давайте мы с вами рассмотрим семена кровохлебки под увеличительным стеклом. Семена довольно интересной, такой объемная у них форма, как вы видите, такие немножко ребристые и имеют несколько граней, довольно ровные.